Всем привет, Притотоп, солнечная Таля на проводе. Что-то я сегодня как-то переборщила с макияжем, что-то вообще мне не нравится, что я за тени прям раз, два, три, четыре. Вот мой телевизор. Гости вчера ушли, молодцы, не задержались. Я сейчас хочу сходить к Клеопатре все-таки, посмотреть, где там моя Валентина, куда она ее поставила вообще, это самое. Спрашивали в комментариях, написали, вот теперь буду, говорит, два видео обсирать. Что телевизор не так повесили. Слушайте, телевизор не так повесили. Это не мой косяк. Я просила и говорила так. Надо было просто телевизор померить. Вот. И поставить так, как надо. Ну, в общем, не по этому делу собрались. Я не приглашала к себе никого в гости. Вот. Вообще никого не приглашала. Просто так получилось, что Карло сказал, что это самое... Видно, 13-ю получил. И он сказал, что типа... Деньги пришли, мол, я тебе хочу отдать обещанный. Я за них даже уже забыла, я даже уже не вспоминала. Я бы ему не напомнила, я бы не говорила, ой, помнишь, ты мне обещал дать. Что, типа, я тебе обещал, типа, сотку, когда мы увидимся, что, типа, тебе сотку отдать. И я даже сразу на смс на его не ответила, когда он мне только написал, я даже не ответила, думаю, господи, какая разница. Он позвонил мне вчера утром, как раз я с подработки шла, вот. И говорит, увидимся в 3 ближе, поедем в магазин, там, типа, я тебя отвезу, тогда купишь телек, если, типа, ты хотела. Мы встретились, и когда я выходила, спускалась, то есть я вообще спускалась на такую, у меня энергия была такая бешеная. Я вам не знаю, откуда я это все беру, у меня прям вообще, мне так надо было в народ выпустить эту энергию. И... И, короче, я выхожу, а он уже стоит, и стоит уже Джоэл и Лино стоят. Вот. Я, кстати, стаканы помыла вчера после них. Надо перемыть еще раз, не помню. Вот, и этот самый... Стоит Лино и Джоэла. Я когда их увидела, я же не знала, что они будут. И Карло говорит, что типа, поехали, мол, мы тебя, ну, отвезем туда-сюда. И потом мы купили что-то телевизор, все это очень медленно, очень-очень-очень, все медленно, естественно, никто никуда не спешит. Я такой человек, и мне надо быстро все делать. Я же поэтому на хирурга и не пошла учиться. Вот. И, в общем, он говорит, когда взяли уже телевизор, он говорит, что типа, пока я тебе буду вешать телевизор, говорит, возьми нам вино. Ну, чтобы, типа, мы повесим тебе телевизор, ты нам, типа, выставь вино, короче, мол, это. Чтобы мы, короче, там, попили, чтобы было не скучно его вешать. Я им взяла 2 бутылки вина. Когда я выходила, я не собиралась ни стол накрывать, ничего, и мне это вообще в мои планы не входило. Когда я взяла и выхожу из магазина, потому что я еще думаю, во-первых, он меня завел еще, только я в машину села, бубнил. Я говорю, боже, ты столько, говорю, энергии тратишь на то, что у тебя вот столько негатива, ты все время говоришь о какой-то усталости, каким-то, то, что ты сам, тебе самому плохо то, что ты грузишься своими вот этими какими-то мелкими неприятностями, из которых ты из мухи делаешь слона. Вот, и, короче, так, это туда-то сюда. Вот, и, короче, это самое, я аж не собиралась ни стол накрывать, ничего, и только я уже сидела, ехала в машине, и думаю, боже, ну, понятное дело, я машину не вожу, мне машина нужна, поэтому, ну, сиди, терпи. В общем, как-то так, здоровайся, девчонка. Ну, вот, и потом, я когда из магазина аж вышла, думаю, ну, надо же как-то на машине тогда и воду привезу. Взяла 3 упаковки большие воды. Там, 2 упаковки по 2 литра и 1 упаковку литровую, по-моему. Вот, и, ну, и думаю, надо же, типа, возьму там воду, то, что мне там надо было хлеб, думаю, как раз на машине эту воду подвезет. Он когда увидел, что я выхожу просто с вином, он говорит, не-не-не-не-не-не, что ты взяла, ты не то взяла, мы вино пить не будем, мы будем пить, типа, водку с мартини. Я водку не пью, поэтому я бы за водкой бы даже бы не пошла. И разговор шел о вине, не шел о водке. Вот, он пошел сам, он психанул и пошел сам, купил, они себе купили там 2 бутылки водки с содой, вот это, ну, типа, там, разводят они там как-то с этой содой, не содой пищевой, это какой-то напиток сода. Вот, они купили себе на попить. И все, он расстроился, что я не взяла, его пришлось самому покупать. А мне как бы, ну, не нужно было, я не собиралась тут не устраивать никакие вечеринки. Вот. Все,
девчонки. Они напились водки, им было весело. Кстати, он когда вешал телевизор, он не был пьяный, там написали. Он не был пьяный, когда вешал телевизор. Он был красивенький, белый телевизор, это Samsung. На него нет антенны. Ну, чтобы типа каналы, да, показывать. Но он работает же, этот, там YouTube, интернет смотреть можно, он подключен. Здесь потом будет розеточка, и здесь будет низкий вот такой вот тумбочка, там не широкая. Потому что я вот даже вчера, знаете, когда все потом тут уже плясали, я, ну, конечно, если я кухню продлю, столько места не будет плясать. Ну, я, в принципе, не люблю, когда ко мне приходят, такие компашки мне как бы не нужны. Вот, ну, вот так вчера просто получилось. Сегодня он мне утром звонил, говорит, что типа ты приедешь, типа, я говорю, нет. Он говорит, вот сейчас будет Жела ехать с Лину, говорит, давай мы тебя это, они тебя заберут. Я говорю, не-не-не-не-не, говорю, вот что, я еще наврала, говорю, я завтра не могу, завтра я работаю. Он говорит, так завтра ж праздник, ну, у них вот это, бифаны там, типа, Баба-Яги. А, кстати, всех с праздничком, с Рождеством, кто отмечает. А, вот, и это... Он такой, я потом тебя отвезу. Я говорю, не-не-не-не-не-не. Говорю, что? Он говорит, у меня гамбероны, у меня там рыба как-то. Я говорю, нет. Я лучше вон яйца вареные с майонезом поем. Говорю, я ни за жрачку, ни за срачку не поеду. Я так не умею гулять, как вот так вот гуляют люди там по два дня. Я ну, что? Что? Я пила вино, Клеопатра пила вино. Вот. Они пили водку, им стало мало. Они выпили две бутылки на троих. Вот, им стало мало. Он мне говорит, дай мне деньги. Я осталась, говорит, 5 минут до закрытия магазина. Я пойду еще водки возьму. Ну что, типа, я выставилась им за телевизор. Получилось так. Вот, я ему дала 10 евро, он говорит, это мало. Я говорю, что, ну что, ты меня за дуру принимаешь? Потому что я не знаю, как... телевизор. Не знаю, сколько водка стоит, она же 10 евро стоит. В общем, они купили себе еще водки, и они, по-моему, еще две бутылки, они допили. Я даже не знаю, сколько они выпили, потому что Клеопатра забрала пустые бутылки. Из-под водки Клеопатра забрала. Потому что она, наверное, какие-то декорации с них делает, наверное, там как-то обвертывает, может быть, чем-то там, какой-то там нитка красивая, не знаю. Вот, она говорит, не выбрасываешь? Я говорю, да, ну в стекло ж пойду выбрасывать. Она говорит, не выбрасывает. Поэтому, девчули, я не на этой волне, естественно, ну, собирать. Мне было весело. Ну, мне было весело, мне вообще вчера было хорошее настроение, бомбовское. Вот, новая шапка у меня. Мне сделали новую шапку, по-моему, Наташа зовут девочку. Там много просто пришло сообщений на YouTube, я еще не, на почту, я еще просто их не открывала. Но у меня высветилась вроде Наташа, я потом почитаю. Наташка, огромное тебе спасибо, это, понятно, девочка с Украины. Сделала мне этот самый шапку на этот самый новую на YouTube. Ладно, идемте сходим к Клеопатре, посмотрим, что она там жива или нет. Клеопатра, кстати, очень красивая женщина. Она очень похудела. В моих старых видео, там, где я снимала очень много лет назад, она такая плотненькая, такая, прям, знаете, плотная. Вот. Может, мне так и надо дальше рисовать. Может, я хорошо накрасила. Что вы скажете, девочки, мальчики, мужчины? Вот, она такая плотненькая, а сейчас она похудела, она стала худенькая. Вот если я окно закрою, вот вчера Карло не курит, но вчера Карло хотел курить. И естественно, у меня в доме не курят, только в окошко рожу высовывать. Он не захотел высовывать рожу в окошко, вот, если сюда поставить этот самый. Ну, у меня, в принципе, вот таких вот гостей-то у меня и нет. Ну, не знаю, потому что так она получается как куском. Да, вот типа недоделано, там же еще недоделано, вот она как куском получается, потом здесь раз и все. Мусор висит, потому что завтра этот мусор мы выкидываем. Так, это все сейчас на помойке отнести, полосну. Так, жалко, что в этой пижаме нет кармашков, только такой кармашек есть. Ключи возьму. Пуртик. Я, кстати, даже... не научилась его включать. То есть я знаю, что включают вот здесь его. А вот где YouTube искать, я не знаю. Не знаю. В общем, вот здесь он включается. Телек, потому что у меня телек был всегда на кухне. Это во-первых. Во-вторых, он здесь придает какое-то... Не знаю, да что, я на зуме, что ли? Я красивая, конечно, женщина, не до такой степени. Он придает вечером здесь какой-то уют.
Особенно вот, если бы каналы подключить, было бы вообще просто классно. Если бы каналы подключить, потому что оно YouTube YouTube'ом. Сделаю потом антенну, попрошу кого-то, кто-то сделает антенну, естественно. Все равно он придает какой-то, вот заходишь прямо в кухню, прям раз, он беленький, аккуратненький. Единственное, что я говорю, что я хотела, чтобы он сместился немножко вот сюда, к этой, больше к этой стене. Ну, хотя бы она, наверное, будет, было бы, наверное, не красиво, не знаю. Я хотела, чтобы вот так вот оно здесь было. Ладно, дичули, что такое? Я заслужила. Саша, я пойду к Леопатре схожу. А ты пойдешь, купишь пельмени? Мама, это продано. Я пельмени хочу, Саша. Иди я сюда, терпеть. Ай, бляха-муха. Да, я, кстати, тебе вчера хотела сделать, а потом забыла. Одевайся, Саша, это кажется, что там тепло. Да, я пойду посмотрю, куда она поставила мой этот самый. Смотри, там тебе там 15 положи, не 10, а 15. Квиндичи надо положить. Ага. И надо телефон заправить. Я вас тоже вчера танцевала, довольная. Я еще не знаю, как ее сын не спустился. Мы тут гуляли, весь дом слышал. Но они недолго. Лео? Ну, чек Леопатра? Давай. А, вот моя Валентина стоит здесь. Они ножки. А? Да, да, человек я. Они ножки. Леос, мама мне как будет, какие тут такой зибульозы? Тут апосто? Ти hanno scritto che sei una bella donna. Ah sì, wow. Dillo grazie alle ragazze. Facciamo bene di qua. Написали, ti hanno scritto che ti sei veramente bella, bella, fisico bello. Ora si fa soldi. Si fa soldi. Guarda, c'è su quasi in partenza. Cosa stai facendo? Dopo domani passo. Dove vai? Vado a Elba. A Israele? Elba vai? A perché queste sono? Perché sono estivi, e io me le porto sempre dietro, perché se ci devo andare a ballare o fare. Ah, io una tanza vuol fare. No, no, io me la tengo sempre pronta. La valigia. Che se con questa quella non è niente. Блин, ого. Все время, говорит, я когда уезжаю, она все вот это забирает с собой, она танцевать на дискотеке ходит. Sempre io, mi porto scarpe dietro, sempre. Sempre io, scarpe dietro. E cosa ti, dove vai con tutti questi scarpe? Me le porto dietro perché non si sa mai se vado a ballare. Sempre dietro. Prendi un paio, due. No, 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 io già ho già lasciato tantissimi. No, 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 guarda questi. Ai, si mi stanno rovinando. No, io porto sempre scarpe dietro. No, no, no. Io non posso lasciare. E per quanti giorni vai? Non lo sai? Vero? Come mai che parte? Scusa, è succo duro. Circa lavoro. Se ci metti. Circa lavoro, c'ho il lavoro, però voglio, come si dice, prendere quello che mi piace di più. Perché allora lascio qua tutto ancora. Bello colorito, come così. Certo. Sapete, Dombrosio. Come mai? Vado a lavorare, Marina. Vado a cucinare. Dove vai? Dalla sorella? Sì. Sestri, ieri. Tua sestra, cosa c'è la sestra? Il bar? Il ristorante? Sì, il ristorante. Ladnico. Senti qua, il cappello di strega me lo presti? Ascolta, Cleopatra, te la presto, non è che te mi porti via. Oh, io ce l'ho, è che di là non c'ho da andare. C'è una diecina. No, lo porto via per... Per la festa, che cioè, poi te lo riporto. Ah, ah, poi quando? Stasera. Quando ah, va bene, va bene. Andiamo a vedere. Capito? Se mi dai, cosa vuoi da bere? Vino? No, te li do bevi qua, ma io non... Vabbè. Она говорит, ничего, выпить нет. Я говорю, выпить? Я говорю, есть? Я говорю, я же не пила вчера вино, все, я же не выпила. Я говорю, я тебя отдам, я говорю, сама его сюда забирай, давай себе, пей. Что, у меня сейчас не надо пить. Веро, Марина, ты меняй тут. Да, да, теледо, теледо, Клеопатра, мосты специально. Асим, Асим, Инанки. Софія andata fuori, anche Саша andata a giro con le amici. Sì,
Senti, è venuto un signore che mi voleva mettere il campanello, però mi ha detto se c'erano tutti il palazzo può vedere quale sono il filo, casomai faccio, perché non so. Oh, non lo so, a me mi fa. Nemmeno io. A me mi fate il ragazzo una volta qua, infatti, una volta non va, non si vede niente, sì sì. Che cacchio. Oh, ma allora con Carlo com'è andata? Bene, bene, mi ha chiamato oggi, dice ma oggi viene, detto no, no. Da oggi non vengo, non voglio io. Io non posso fare feste ogni giorno. No. Senti, poi prendo la vodka questi questi giorni e si beve noi. No, no, io non bevo vodka. Cioè, e che cos'è che bevi tu? Vieni, Cleo. E che, te lo porto, non è sì, che io. Sì, va. Io ce l'ho però che non in quel casino. Senti qua. Non bevi più. Io vodka non lo bevo mai. Oh. Io non capisco come si può bere vodka. Vodka, vodka, vodka. Una volta ti piaceva quella alla fragolina. Me lo ricordo. Di Carlo, ma non. Senti qua, poi te lo porto appena finito la festa. Mm-hmm. Ora già ora ce la fa i capelli. E niente, che allora non ti viene a prendere. No, non voglio io andare con loro, ma io non. Poi loro sono tristi. Ma tu dovevi andare. Eh sì, è vero Marina, sono tristi. Коридоре стоит, да, потому что так жалко эту валюху мою. Может здесь пакет поменять, если завтра мусор этот выносит. Это самое... Она едет к сестре, у сестры там есть типа бар, я не думаю, что там кто-то большой ресторан, ей надо работать. Но я думаю больше, что она едет, потому что здесь два сына, и она... Второй сын, первый сын, который старше, он, видно, здесь работает в пиццерии где-то, он... Был женат, у него два раза, детки, по-моему, два мальчика у него. Вот. И видно, он, наверное, не хочет туда возвращаться, потому что он с женами развелся. И он у нее, и видно, что она устает от них. Это с лимоном вода. Пошли к тебе вино попьем. Я говорю, не-не-не-не. Я ж не по этим делам больше. Каждый день, я не знаю, за здоровье. Здоровье какое. Я просто не понимаю, как люди могут пить каждый день. Вообще, каждый, боже, еще и водку, да шо. Не-не-не-не. Ну, я говорю, у меня вино есть, говорю, я ж его не это самое, не допила. Я ж не пила, что я. Не, это ладно. Пусть люди отдыхают. Боже, у нее так дома темно, я когда зашла, это даже не увидела, что старший сын лежит на диване, что-то там двигается. Ладно, все, девчонки, мальчики, мужчины, всех с праздничками, всем всего самого хорошего, самого доброго. Подписывайтесь на мой инстаграм, подписывайтесь на мой тикток. Но по сарам все у нас будет хорошо. Девчонки, не ругайтесь в комментариях. Еще раз извиняюсь, если кого-то обидела. И тоже всех вас прощаю. Все, начинаем жить с чистого листа, чтобы у всех было все хорошо.